Тогда-то я думал, что смогу спасти мир. Что с ним теперь? Совершен очередной теракт. Аугментированный пассажир ворвался в кабину авиалайнера компании «Чисто» и захватил самолет. В результате крушения погиб 251 человек, включая членов экипажа. Расшифровка бортовых самописцев показывает, что виновник трагедии мог страдать от галлюцинаций после инцидента, ужасного события двухгодичной давности, когда аугментированные по всему миру впали в необъяснимую ярость, что привело к наибольшему числу жертв в новейшей истории. Иногда лучше забыть обо всем и смириться с тем, кто ты есть. Не вздумай только слететь с катушек, железяка. Если излечу, Макриди, то ты даже испугаться не успеешь. Агент Дженсен, у меня будут из-за тебя неприятности? Нет, сэр. Нет причин опасаться. Хорошо. Ты единственный аугментированный агент в команде, и я надеюсь, что ты нам пригодишься. Теперь слушайте все. Надвигается песчаная буря. Времени мало. Ошибаться нам нельзя. Мы ищем торговца оружием по фамилии Шепард. Он бывший сотрудник Bell Tower. Один из офицеров спецназа, пропавших во время инцидента. А сейчас вдруг появился? Это не к добру. Точно так. Он продает оружие и военные аугментации террористам. Арун Синг. Агент под прикрытием, который сумел выманить Шепарда из его норы. Лучший агент, что есть у Интерпола. Он 3 года работал, чтобы стать своим среди джин. Иракские контрабандисты, чей картель опутал все восточное полушарие. На прошлой неделе наш торговец оружием предложил джинам прорву товара с черного рынка по смехотворно низкой цене. Они послали Синха организовать сделку. Они не обрадуются, когда в гости нагрянет Интерпол. У Синха правда хорошее прикрытие? Сейчас да. Постараемся, чтобы так и осталось. Обмен будет проходить здесь, в недостроенной многоэтажной гостинице. Она пустует с самого инцидента. Картина внутри весьма неприглядная. Сейчас угадаю. Рабочие были аугментированы для тяжелых строительных работ. Когда же они взбесились во время инцидента? Началась настоящая кровавая баня. И с тех пор внутри не бывал никто, кроме нескольких бездомных торчков. И каков план, директор? Синг встречается с Шепардом на нижнем этаже в главном атриуме гостиницы. Большую часть джинов он отправил в пентхаус, чтобы занять выгодные позиции. Группа Макриди зайдет сверху, расположится над атриумом и произведет арест. Дженсен отправляется на крышу. Какое задание? Не пустить джинов к общему веселью. Насколько нам известно, единственный путь из пентхауса в атриум – относительно целая шахта лифта. Она здесь. Полностью блокировать доступ. Хорошо. Готов начинать. Агенту Дженсену я бы посоветовал не полагаться только на свои аугментации. Будьте осторожны. Не хочу зря рисковать. Дайте мне летальное оружие. Хорошо. Но помни, Синг работает под прикрытием. Так что внимательней, блин, там. Что касается дальности. Там много как открытых пространств с высокими потолками, так и тесных помещений и коридоров. Многое зависит от удачи. Ну, толкаться я там с ними не собираюсь. Дайте мне что-нибудь дальнобойное. Хорошо. Так меньше вероятность попасться на глаза и помешать Синху. И последнее, Дженсен. Синг сказал, что джинны для связи используют что-то вроде переносного усилителя. Если ты его отключишь, ему будет проще сохранить свою легенду. Постараюсь это сделать. Но разве нам хватит времени? Вы сказали, что приближается песчаная буря. Это так? Да, так. И узнали мы об этой сделке в последнюю минуту. Приходится поторапливаться. Если придется выбирать, то основная задача не пустить джиннов в атриум. Понял. Пора заканчивать со сладкими грезами, друзья. Приближаемся к нужному зданию. Ты первый, Дженсен. Вперед!
Опергруппа «Актив». На связи «Большой нож». Идите тихо и снижайтесь до 4 километров. Дженсен начальнику группы. Я на крыше. Понял. Заходи в здание. Нужно блокировать проход в дальней части пентхауса. Помни, что попасть туда напрямик может быть сложнее всего. Так точно. Макриди сообщит, когда его группа будет готова. Конец связи. Проходим. Ах, черт! Что такое? У них тут несколько генераторов запущено. Придется взламывать панели. Ты справишься, Макриди. Все не сложнее детской мозаики. Красный — это фу, бяка. Да пошел ты! Ooh.
هذه الصفقة للأبد.